Всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, и мы начинаем проходить игрушку Man of Medan. Там что-то какая-то приписка, The Dark Pictures, что-то такое, я в английском не силен. В общем, это у нас хоррор, причем непростой хоррор, интерактивный хоррор, да. Что-то у меня сейчас прям поперло на канале интерактивное, так сказать, кинцо, как его называют, да. Beyond Two Souls, Heavy Rain, и вот сейчас вот эта вот игрушка Man of Medan. Вот, она, насколько я знаю от разработчиков Supermassive Games, это те, которые нам подарили Until Dawn, вот. Давайте уже не будем мямлить, а начнем играть. Новая история. Что тут еще сказать-то можно? Вот я так понимаю, гробы, да? Корабль гробы перевозил. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Вот так вот. Ну, когда мне повезет по-крупному, чтобы прямо роскошь и богатство? Бамбук. 看这张牌，告诉我，你看到了什么？ Ой, блядь. Ну, рыбка. На рыбу похоже. Ну и. Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открой счет. Сейчас попробую. Давай. Угу.
Я понял. Так. Ебать. А чё так быстро-то? Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Что это за коробки такие страшные-то? Причем не одна, а целых три. Жесткий сержант, блять. Так понимаю, яд какой-то или что? Токсин перевозили. Папе, возвращайся скорее. Понял. Нихуя себе. Тебе опять чудится, наверное. Тебе сон не снится. Ясно.
Понятно. Так, а от чего это? Ключик-то. От кабинета, что ли? Нихуя себе. Бля, как нормально, когда, сука, он нормально ходит. После Хаверейна это вообще... Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Давай. Ебать. Я понял. Да ебать. Чё-то нихуя не понял. Это Серзан, что ли, был? Кто это? Гуки. Ебать, это Гуки. Нам пизда. Что это было? Чё? А он не видел, что ли, или чё? Ну, так-то не страшно, почему-то было. Не знаю почему, но это было не страшно. Чё там такое? Ладно, пойдем. Ну! Угу, хуйнаны. Ой, блин. Эй, Чарли, сюда! Ну? Да в смысле? Часто нажимаете же. Чё? Часто нажимаете, чтобы выбить дверь. Ебать. Твою мать. Не говори. Какое-то безумие. Почему его захерачили тот чувак, который бегал? Автомат у него взять нет, а не судьба. Ладно, видать, жесткие типы. Господи, еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Что за хуйня-то происходит? Дальше написано. Да спускайся, ёбаный шаг. Страшный ракурс камеры, блять. Понял. Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Какой-то ёбаный пиздец. Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах.
Ебать! Вот это страшно было. Нет. А он есть. В порядке? Чарли, иди сюда. Что здесь происходит-то, блядь? Сюда. Только не это. Чарли! В смысле, блять? Ебать. Привет. Ебать. Охуеть. Ебать, это что было? Что там за страшная ебала такая была, ебать? Четырехрукая, походу. И то, пожалуйста, не давай пизды за эту песню. Фига тут ролик, конечно. Что за мужик-то, блядь?
пизда за эту песню. Это вы. Приветствую в моем хранилище. Ну, здравствуйте. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Ну да. Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Понял. Как все загадочно, то, а? Инструмия брат Алекса, невинность. Это есть Алекс, да? Ой, блядь, микрофон задел. Ну да. Молодой человек, Джули, неуверенность, что-то еще там было. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я... Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну... В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Блядь. Ну, ладно. Ебан отключился просто. Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Ну, давай так. Что? Взял меня?
Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Течешь? Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Давай сопереживание. Да, понимаю. Тяжело тебе. Все нормально. А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй! Слушай. Можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну... Это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Ну, давай это... Слушай, сердце. Любишь? Вперед! Привет! Джулия, сестра Конрада, девушка Алекса. Ага. Понял. Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд. Братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Прошло слишком много секунд побой. Девушки не любят, когда... Да, да. Давай, похуй. Круто. Супер. Я люблю пиво. Давай, па. Ты, брат, птица высокого помета. Раньше уже погружался? Не раз. Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. Или Конрад, ебать, такой стебной пацан. И где капитан этого корыта? Лис капитан Диков Милан. Смелость, нетерпение. Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Если ты предлагаешь... Заебись. Не держи в себе. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рек там, он там.
Нет, ну, решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал? Я в нем и не сомневался. Он молодец, здорово помог. Флис, мы нашли самолет! Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Какая разница? Полагается. Мы чё, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат. Я за кого играю? Понял. Привет. Привет, малыш. А это похоже на вход. Где он-то лежит? Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Эй, все это часть приключения. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Что это вообще такое? Чего? Видение открыто? Я что-то ничего не понял. Ага, а вот и картинка, которую видение нам показывает, да? Ну, я вас понял. Что такое? Ну, фамилия. Указан инструктор, право проводить занятия по погружению с инкулагном. Угу. Понял. Все законно, ебать. Что, проверили снаряжение, нет? Ну. Ёбаные точки эти. Снаряжение почти готово. Может помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Понимаю тебя. Но давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас с ней ссориться. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Ей конец. Как хочешь. Только не провоцируй ее. Ладно. Я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Понял. Че, Конрада? В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Ну. Че, бабах, бабайка какая-нибудь будет. Нет?
принесу. Я вас понял. Никого на горизонте, да? Ну да. Эй, и тебе. Чё, эй, и тебе. Ладно, пойдем с капитаном попиздим. Имена того, что, блядь, нихуя не запомню. А нахуй это выключил? Пользоваться умеешь? Нет, не умею. Не надо его трогать, ладно? Понял, давай попиздим, значит. Ну чё там, всё, нет? Куда-то, блядь, нырять-то будем. Ебать-то в рот, а? Вот, поговорить с ней можно. Просто, блядь, а. Привет. Всё. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Мальчики, баллоны готовы. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Ну, нырял к паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Ладно, я все понял. Сколько? Что сколько? Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты... Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Понял. Снаряжение готово. Наш поплыли. Чё, поплыли, нет? Так, в общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, неплохо. Кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. А ты хороша. Я бы взял тебя под воду. Алло. Угу. Ты вообще-то про мою сестру говоришь. Да ты что? Ну ладно, рыбки, ныряйте. А я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Ты с камерой? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Скоро мы будем вдвоем. Повезло так повезло. Все, детишки, можно нырять. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Только бы Флис не испортила поездку. Ей надо вспомнить, кто подписывает чеки. И очень большие чеки. Могла бы немножко проще относиться к правилам. Угу.